Успешное наступление 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Петрова изменило обстановку на Карпатах. Командир бригады, ко мне! Командир 31-й отдельной танковой бригады, полковник Сергачев. Что случилось? Почему танки остановились? Дальше танки идти не могут. Крутизна подъема 50 градусов. Горы! Генерал Колесников, нужно сделать невозможное. Поднять танки на высоту 995. Товарищ, вы возражаете, генерал? Хотя бы 5 танков. Товарищ генерал, у вас командующий. Третий слушает. Третий, слушай меня внимательно. Небо 5, 5, 5. Вас понял, товарищ первый. Небо 5, 5, 5. Анатолий Леонидович. Слушаюсь. Поворачивай 242-ю. Будем брать высоту 20 сентября в 11 часов утра войска 1-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника Гречко вышли на государственную границу с Чехословакией. Октября 1944 года войска 38-й армии под командованием генерал-полковника Москаленко совместно с 1-м чехословацким корпусом генерала Свободы
преодолели с тяжелыми боями главный Карпатский хребет и заняли Дуклинский перевал. Шестого октября 1944 года войска 18-й армии под командованием генерал-лейтенанта Журавлева овладели Ужокским перевалом. Началось освобождение народов Закарпатья. Были освобождены города Мукачево и Ужгород. Наступательная операция в Карпатах, дорогие товарищи, была сопряжена с огромными трудностями. Нашим войскам с боями пришлось преодолевать толщу горной цепи шириной свыше 100 километров, пройти перевалы высотой в 1000 метров и протащить через них транспорт и тяжелую материальную часть. Гитлеровцы, конечно, считали, что оборона в горах будет недоступна Красной Армии. Но массовый героизм советских воинов и искусство военно-начальников позволили нашим войскам за полтора месяца вышвырнуть фашистов из заранее приготовленных позиций и нанести им огромный урон. Наши войска, несмотря на упорное сопротивление противника, преодолели Карпаты по всему фронту и вышли на венгерскую равнину. Да здравствует наша славная, непобедимая Красная Армия!